Благотворительность и искусство объединились на художественной выставке в арт-галерее «Мост». Это совместный проект с конно-спортивным клубом «Равные возможности». Авторы произведения – спортсмены с ограниченными возможностями. На экспозиции представлено 50 работ, и все можно купить. Выручка пойдет на помощь детям-инвалидам. На открытии побывала Дарья Любимова. Мастер спорта по паралимпийской выездке Наталья Жаворонкова с детства любит животных и рисование. Образование получила художественное по специальности прикладной дизайн и графика. Творчество должно служить во благо, решили в арт-галерее и создали благотворительную выставку. Мы хотим помочь детишкам, которые там занимаются, дети-инвалиды. Да, осуществить свою мечту. Все, что нужно им, мы готовы с этой выставки, да, для них сделать. Все мои работы, которые я заставляю, продаются, и я эти деньги готова пожертвовать этому клубу. Среди спортсменов есть тоже замечательные художники, и мы хотели показать, что именно соединение, да, нескольких направлений и является каким-то таким новшеством, да, в искусстве. Это замечательно, когда спортсмен, успешный спортсмен, паралимпиец, как Наталья Жаворонкова, еще рисует картины замечательные. Поэтому у нас родился такой проект. У Марии Загорской диагноз ДЦП. При этом она мастер спорта и четырехкратная чемпионка России по конной выездке. А еще и автор многочисленных живописных и графических работ. Каждые полгода Мария показывает миру свои новые произведения. Свои сны, свои мечты, свои вот желания, они у меня все вот на работах. Немножко абстрактные, немножко выдуманные. Мы должны заниматься людьми, мы должны давать возможность людям с ограниченными возможностями себя реализовывать. У каждого мастера свой стиль, какой привлекательнее определить невозможно. Без поклонника не останется ни одна картина. Оригинальность работ Натальи и Марии заключается в яркой эмоциональной насыщенности, профессиональной проработке основных элементов полотен, связанных с лошадьми и животными. Картины излучают любовь и энергию, которые художница черпает из вдохновения конным спортом. Таким образом, творчество и реализация себя в качестве художницы позволяют достигать олимпийских вершин. Выставка продлится до 31 октября. Все средства, полученные от продажи картин, будут направлены на благотворительность. Дарья Любимова, Сергей Гвоздев, служба новостей.